Всем привет, ребята, и сегодня у нас будет обзор на мой дом. И наконец-то же наступили осенние каникулы. Ну, практически уже наступили. Завтра уже все, каникулы будут. Хотя, ну, сейчас выходные, вы уже все понимаете. И, как я вам сказала, сегодня я буду делать обзор по моему дому. И этот дом будет непростой. Он с механизмами. Я, если что, брал эти механизмы с Ютуба. Ну, не знаю, знаете, не знаете вы. Есть такие видео. Майнкрафт плюс ТикТок. То есть, тиктокеры снимают про Майнкрафт, там механизмы, всякие штуки. Ну, вы на Ютубе посмотрите и все поймете. Ладно, сейчас мы приступим. Ну что ж, ребята, с самого начала уже у нас механизм. Вы видите уже, как он работает. И уже даже понятно, как его построить, думаю. Ну, если оно непонятно, и я вам могу показать, как построить все тут механизмы, которые есть. Если под этим видео наберется 5 лайков. 5. А на моих видео редко бывает даже 3. Ну, это ваша задача. Только минус в том, что можно провалиться в лаву. Ну, если ты на шифте будешь ходить, то ты не упадешь. Ну, если медленно просто ходить будешь. Но не бежать. Вот бежать тут вообще нельзя. Ты бежишь и упал. Ну вот, видите сейчас. Я вам показал. А сейчас, ребята, давайте же перейдем к следующему механизму. Видим тут рычаг, но не торопимся на него нажимать. Видим то, что тут мы под лестницей сразу же. Ну как под лестницей? Ну ладно, давайте же нажмем на этот рычаг. И у нас появляются лестницы. Вот такой вот у нас вход интересный. 2 механизма. Я этот дом вообще долго делал. Он очень трудный. И еще тут у нас гости. Ну как гости? Встречают мои солдаты. Вот, как они радостно встречают вас. Эх, красота. И вот механизм этот сам, как они танцуют. Ну, давайте же перейдем к самому дому. Открываем мы дверки. И в доме как-то пустовато, но потом я декор сделаю. Вот мы идем с вами кухоньку. Тут есть плиты. Это мусорка, что ли? Можно так сказать. Мусорка. Что у нас в мусорке? Вау. Поршни. Это, наверное, что-то механическое пытался сделать. Стоп. Ладно, ребят, давайте перейдем к моей спальне. Открываем дверку и заходим. Закрываем за собой дверь. И мы видим вот такую вот картинку. Тут есть столик, кроватка, шкафчик даже с вешалкой типа. Ну, декор в основном. Там еще кошка есть. Ну все. Давайте курочка. Давайте же пойдем уже к ванной. Она у нас небольшая. И я дверь забыл поставить. Черт. Крыша вот такая, пол такой, ванна такая. Нажимаем на рычаг, дверь закрывается и водичка льется. Это как ловушка. Но это не связано на ванну с ловушкой. Это просто ванна. Обычная ванна и все. И минус вот в этом. Вы сейчас видели. Ну, вот такой вот у меня домик получился. А сейчас мы перейдем к огороду. К урожаю моему. Тут у меня пшеница растет. Семя потерял. Ладно. Блин, я этот огород не доделал только. Ну, вот такой вот у меня дом, огород, вход.
И давайте же на этом моменте закончим этот видеоролик. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я вам желаю здоровья, счастья и всем пока-пока.